какао. Ну, естественно, что нам надо? Молоко, какао, сахар. Но есть такой у меня лично небольшой секрет, как сварить какао правильно, чтобы в нем не было ни комочков, ничего. Конечно, большинство об этом знает, но это видео для тех, кто этого не знает. Нальем молочко. Мы сегодня будем варить, ну, где-то пол-литра молока, грамм 600, чашечки на две, скажем так. И пока его отставим, мы сейчас поставим его на огонь. В это время нам нужна сухая чашка. Я буду брать на такое количество молока, вот у меня такие десертные ложки, пару десертных ложек какао, ну, потому что я не люблю какао, скажем так, совсем как вода. Какао должно быть какао, это не горячий шоколад, но тем не менее. И на такое количество, ну вот, видите, не полные, три где-то, чуть-чуть десертных ложки не полных, ну или две полных сахара. Хорошенечко это все размешиваем в сухой чашечке и пока оставляем. Сейчас оно когда под... оно не сразу... О, пошло. Тем временем ставим молоко наше на огонь, чтобы оно, ну, чуть-чуть подогрелось, стало теплым. Теплым молоком мы будем разводить, ну, нашу вот эту смесь какао-сахар, наш порошок. Молочко сейчас погреется чуть-чуть. Молоко подогрелось. Даже у меня еще и ручка кружки не совсем горячая. Я по чуть-чуть добавляю. Совсем, совсем немного для начала. Вот, совсем немного. Чтобы хорошо-хорошо размешать порошок. Вначале он будет достаточно густой. Ну вот, как бы не очень хорошо, наверное, еще не очень тепло. Нет, уже пошло. То есть вот хорошо-хорошо размешивается. Ложечкой вот так постучим. То есть достаточно густая смесь. Ну, в принципе, аналогично, вот, когда делают блины, тоже делают сначала густую смесь, потом разводят ее молоком. По тому же принципу мы должны сначала очень тщательно перемешать, чтобы у нас не было никаких комочков. Никаких комочков, чтобы не было. Вот. Дно вот так вот. И вот только теперь, когда я вижу, что у меня уже абсолютно однородная такая вот масса, абсолютно однородная, я по чуть-чуть доливаю молоко. Опять. Сейчас чуть-чуть долью. Все остальное молоко опять стоит у меня на огне. То есть ждет своего часа превратиться в какао. Опять эту массу хорошенько-хорошенько растираю. Растираю, чтобы она вот была такая вот однородная. Ну, наверное, третий прием долью молока, и потом уже после этого буду выливать все, что мы развели, в наше молочко. Доливаю третий раз. Уже в ней чашечки больше нет, чтобы больше объем. Тут можно пока сделать больше огонек, чтобы молочко быстрее нагрелось. Опять тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем. И теперь оператор, следи за мной. Я теперь буду выливать. Оператор, двигайся за мной. Вот, выливаю. Ну, можно медленнее, можно быстрее. Ну, практически вот на дне чашки ничего не осталось. Можно еще вот так вот чуть-чуть сделать. Все, теперь осталось только довести какао до кипения. Не прозевать, чтобы оно не сбежало, так как в основе у нас молоко. Все, ждем, пока оно закипит. Есть, да. Да. Какао у нас закипает. То есть доводим до кипения. Вот шапочка очень красивая. Все, выключаем и разливаем по чашечкам. Как раз угадали на две чашечки. Грамм 600. Вот такое замечательное какао у нас сегодня получилось. Всем приятного аппетита и вкусного шоколадного какао.